заведующий кафедрой политологии и социологии Плехановского экономического университета России Андрей Кошкин. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана не решает вопрос о принадлежности Нагорного Карабаха. Заявления Пашиняна в парламенте пока не делают Карабах азербайджанским. После слов премьер-министра в Армении против выступила республиканская партия, которая, видимо, придерживается иного мнения. Напомню, что Баку послал в Ереван 4 пакета документов со своими предложениями по решению вопроса. 3 пакета Ереван послал Баку. По второстепенным вопросам удалось найти точки соприкосновения, а по ключевым абсолютно ничего не достигнуто. Вопрос о принадлежности Нагорного Карабаха будет долго беспокоить данный регион. Мне кажется, что сегодня в рамках Карабаха не стоит делать поспешных выводов. Это сложный вопрос, который будет еще очень долго беспокоить этот регион и геополитических оппонентов. Думаю, что впереди много перипетий.